Со 2 ноября для жителей Подмосковья старше 65 лет введен режим обязательной домашней самоизоляции. Соответствующее постановление подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Согласно документу, пожилым людям можно покидать свои дома лишь для похода в магазин или лечебное учреждение. Также можно прогуливаться недалеко от места проживания. При этом социальные карты не будут заблокированы. Работающие пенсионеры смогут оформить больничный лист дистанционно, без посещения поликлиники. Добавлю, что режим самоизоляции для подмосковных пенсионеров продлится до 15 ноября включительно.